Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухар Ванча калпатару ваша кипасинду бхавача Адитананг павуне бхавашна бибхьо намо намо Мукан кароти вачалан пангун ланхайтагирам Яд кипатам аханг ванди параманандум адвам Брандавы тулсидеппай пиявай кесвасача Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо нама Нараяна намаскитта нарам чайва нараттама Девин сарасватин васам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катхо падеше Гаурия патрашо пракаса неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчану Там Сараням Бхиттатвихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандама Ничатай Биспуриджита Гамапигабабадушва Дарши Пурунанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Карваши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Раму Раму Хари Хари Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Парам Бараноси Пурапати Бхажави Шанатам Вагиша Джошо Бадане Лакшмир Джоша Чабакшаси Джасяси Хиде Самбид Тамни Шинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Gaurangaika gatir bajasitamati si gaurodhamo stiti sasasvai kavitir kushanga virati dusto vetha niskiti si rupai karati sanatananati si jivate jostuti si siddhanta saraswati vijayate gauriya goshtipati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told to get rid of history and philosophy Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что избавиться от истории и философии, это называется харибаджан. И вот Шрила Прабхупад сказал, что избавиться от истории и философии, это и есть харибаджан. Как это понять, каково значение этих слов? Мы все думаем о каких-то материальных вещах, и поток этих воспоминаний, мыслей об этом материальном мире, и то, что происходило раньше, это называется история, все эти происшествия, прошлое, называется история. И те, кто следует этой, и мы и люди часто заинтересованы в следовании какой-то истории, чем абсолютной истине. В этом проблема. То, что люди не совершают харибаджан, гневаются. Но математически я могу доказать, что история и харибаджан — это разные вещи. И вот таким образом люди обманываются. И вот чтобы избавиться от истории и аллегории. Аллегория значит, вы что-то планируете. Я могу привести пример, чтобы понять, что такое аллегория. Вот, например, этот Ришка. Значит, это как водитель, не водитель, а люди, которые рижками в Индии работают, они работают на своей работе, какие-то деньги зарабатывают, а ночью спят и мечтают. И вот тут утром нужно просыпаться и идти в 5 утра на работу, и тут этот рижка спит. И тут его знакомый пришел, и, уже там договорились, что утром надо на работе быть. Тут его знакомый приходит, и тут видит, что этот спит, и тот его пнул, чтобы тот проснулся. И он начинает причитать: «Я во сне, мне приснилось, что я женился на какой-то царевне, очень разбогател, а ты тут меня разбудил, такой прекрасный сон был». Это зовется аллегория. То, что невозможно для нас. Мы думаем об этом или мечтаем о каких-то невозможных вещах, и вот, к сожалению, у многих харибаджан так проявляется. Но имеется в виду не харибаджан, а какая-то аллегория, мечты бесплодные и прочее. Вот Шрила Прабхупад говорит, избавиться от истории, от аллегории, это есть настоящий харибаджан. И вот мы должны посмотреть на свое сердце и посмотреть, совершаем ли мы харибаджан или нет. Шрила Прабхупад много раз говорил, что у нас нет связи с этим материальным миром. У нас нет связи с этим материальным миром. Но мы чувствуем единство с этим материальным миром. И вот мы заняты историей, аллегорией, какими-то воспоминаниями, мечтами.
когда Шрила Прабхупад сказал нам, что у нас нет связи с этим материальным миром, но мы чувствуем единство с ним, с этим материальным миром. Почему так? Наш ум материален, тело материально, действия наши материальные, ум материален, наша собственность материальная и все остальное. И где Бхагавана, где материя? Это противоположные вещи. Где Бхагавана и где материя? И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил. И вот те, кто думает о материи день и ночь, они чувствуют какую-то привязанность к материи. И как они могут совершать харибаджан? И в тот день я говорил, мы... И вот некоторые люди под именем харибаджана занимаются какой-то имитацией, игрой, но это не есть харибаджан. В тот день, когда вы поймете, что такое харибаджан, вы расплачетесь. Вы... Не у всех есть связь с Гуру Варгой, Гуру Парампарой, с нашей Сампрадайей, с Чайтаньей Махапрабху. Я могу доказать перед сотнями тысяч людей, что, ну, что кто-то материалист. Даже если мой Гуру окажется материалистом, я оставлю его. Если мы будем идти на... Но есть люди, которые хотят занять положение гуру и закрывают глаза на все остальное, движимое этим желанием, но это к харибаджану отношения не имеет. То есть мы не должны идти ни на какие компромиссы. Что такое компромисс? Компромисс значит, мы должны оставить что-то плохое, хорошее и принять что-то плохое. Но чистые преданные этим не занимаются, это невозможно. Они не идут ни на какие компромиссы. Поскольку, если вы знаете определение бхакти, написанное Рупа Госвами Падой, и вот Уттама Бхакти – это лучше. И вот чистая Бхакти. Что такое чистая Бхакти? Это полностью… Мы служим Бхагавану полностью. Ради его удовлетворения, моя харикатха, мое желание удовлетворить Гуру Варгу, это для их удовлетворения, а не для сбора лапхи, пуджи и пратишти. Тому хорошо, он может петь, но специально не изучал пение, но по милости Бхагавана может, но этим не занимается. И вот эта шлока, с которой Махарадж начал, она очень важна. Бхакти Сиддханта Сарасвати, его имя Бхакти Сиддханта Сарасвати, но по его смирению, но из-за смирения он писал, подписывался как Сиддханта Сарасвати, он думал, что если я
напишу Бхакти Сиддханта, это не совсем хорошо, и не знаю ничего о Бхакти. И это настроение Бхакти Сиддханта Сарасвати. Поскольку Шрила Прабхупад говорил, те, кто следует Шримати Радхарани на пути Анугати Шримати Радхарани, Тринанда Аписунич Бхавана, естественно, на пути Анугати Шримати Радхарани, Тринанда Пибхавана, естественно. Это очень простое. Для тех, кто следует Радхарани, это для них это естественно, это для нас сложно. А для них это естественно. Без Тринадапи никто не может говорить Харикатху и совершать Харибаджан. Это подтверждено Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Прабхупад говорит, если весь мир примет неправильное или оставит меня, то это не значит, что я позволю но это не значит, что нужно искажать факты. Если абсолютную истину принимает небольшое количество людей, то пускай это так и будет. Не нужно в угоду большинства искажать какие-то факты или идти на какие-то компромиссы. И вот те, кто забывают Шрилу Прабхупаду, Парампару, Гуру Парампару, Гуру Варгу, они отклоняются от пути Харибаджана. И это говорит Шрила Прабхупад Махарашна. На днях на Бенгали статью опубликует и потом на английском. И вот Шрила Прабхупад сказал перед тем, как оставить этот материальный мир с огромной горечью. Он сказал, я пытался, прилагал все свои усилия, но большинство людей не смогло принять эту абсолютную истину. Большинство следует каким-то обманщикам, которые преподносят какую-то сладкую философию. Перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупад сказал, видя, что большинство людей не может принять эту абсолютную истину, но все же с полным энтузиазмом вы должны продолжать проповедовать о послании Рупы и Рагунатхи. Поскольку в этом материальном мире бесчисленные доктрины, кто думает об этих доктринах? Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, сегодня мы опубликуем статью его. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что тот путь, показанный Гурваргой, это он тот же самый уникальный и абсолютный. Он не может быть другим. И вот путь Махаджан, он един, один единственный. Мы должны следовать этому пути. Мы не можем отклоняться, как какие-то люди, занимающие посты ачари. И вот много раз я говорил, когда шло обсуждение Шримана Махапрабху, в общем, когда Махапрабху говорил с Пракашанандой Сарасвати, Махапрабху пытался утвердить бхакти, бхакти Сиддханту. Пракашананда вначале он пытался как-то спорить, но потом сказал,
О, Шрипад, то, что вы говорите, это совершенно. Это Майавади сказал, который всю жизнь изучал Майаваду. У него было тысячи учеников, но все же он признал, что он признал, что Махапрабху прав. Смотрите, такой Майавади Пракашананда, у него есть дух признать, что его учение, предыдущие его эти наставники, они все были неправы, они были Майавади. То есть с него была смелость это признать, он был честен, по крайней мере. Но у нас можно наблюдать какие-то ачари отклонились и проповедуют какую-то ерунду, но никто даже не может заявить об этом. Кто может сказать правду, ничего не стесняясь. Они как будто такие без внутренней опоры, без позвоночника, не могут так заявить об абсолютной истине. Они боятся. We also love Prabhupada. Yes, I know. You love Prabhupada. Who love Prabhupada? То есть эти люди тоже заявляют, что не любят Шрилу Прабхупаду, но следовать они не могут. Your activity, your all speeches, all your writing can prove that you love Prabhupada. И всех их действия, их книги, статьи, они говорят как раз об обратном. И вот, openly, those Buddhists, the Sampradaya, Buddha Sampradaya, were openly going to speak that we never believe Bhagavan. It's eternal, it's okay. We are okay. И вот буддисты, по крайней мере, честно заявляют, что они не верят Бхагавана, но не верят и не верят. Их дело. Мы можем понять их, они. У них другая сампрадая, другое учение. Но как избежать Майавады, которые держат перед собой веды, говорят, что они следуют ведам, но при этом Майавади. Махапрабху говорит, Those were kapat. They have taken resolution to destroy Deep Bhopal and Gauriya Mart. They actually love. They are actually the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Really so. И вот, к сожалению, среди так называемых наших последователей Гауди Матха и Махапрабху есть много людей, которые занимаются только такой разрушающей деятельностью, но при этом называют себя последователями Махапрабху и Шрилы Прабхупады. Сегодня день, век рекламы. И какая-то падшая, бесхарактерная душа может о себе писать, как о каком-то великом святом, и некоторые верят. Но Горкишодас Бабаджи Махарадж, он всю свою жизнь, каждую каплю крови посвящает Хари Ваджану, но кто знает о нем. Если кто-то признает, что они против Гауди Матха и против Шрилы Прабхупады, можно уважать их, по крайней мере, за их честность.
часто бывает наоборот. Они как бы против всего, но делают вид, что за, по факту всех их действий противоречат философии Гаудия Матха. Абсолютная истина – это такое дело, что сегодня или завтра она проявится, ее нельзя спрятать, и с этой надеждой я говорю. Я не знаю, куда дойдет мое выступление, может, мало людей будет его слушать. И вот его имя – Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Его имя – Бхакти Сиддханта Сарасвати. Я могу ответить на каждый из ваших аргументов, если вы готовы принять ответ. Вайшнавы очень умны, они могут обмануть вас, видя ваше... Ваш такой склонность к, да, к этому. Ну, видя вашу неискренность. Гурудев тоже может обмануть вас, поставив на пост ачарьи, например. И вот, к сожалению, среди последователей Гауди Матха, еще Читани Махапрабху тоже много майвади, которые, ну, такие скрытые майвади. И вот Махарадж был в Харидваре, какие-то майвади приходили, пытались спорить, но было все без толку. Философия майвади красивая, но если разгромить эту философию, то еще более красиво. То есть там у них все просто. И вот его имя Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Бхакти Сиддханта. Заключение Сидданты. Заключение Бхакти. Оно приходит в форме Сидданты, которая неизменна. Бхакти Сиддханта – это не то, что можно изменить, написать какой-то новый комментарий или идти куда-то в другую сторону. Если кто-то просит меня написать комментарий Гите, я думаю, что я могу сделать. Шрила Бхактивинода Тхакура Вишванатха, Чакравати Баладева, Видья Бхушана, они написали прекрасные комментарии, и что же мне осталось сделать? Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура, они написали Анубашу, и там еще были какие-то непонятные моменты, и преданные попросили Бхактивиданту Вамана Госвами Махараджа объяснить эти моменты. Вот он, в общем, он не хотел сначала, а потом согласился под их руководством. На Бенгале это написано, и вот там какие-то сложные, запутанные вещи. Вот Махарадж пример приводит. Вайшнав
не может носить красную одежду. Но в Чайтанье Чаритамрите написано вот с этим, с Сахаджи на Радхакунде в Навадвипе. В Навадвипе мне стыдно про них говорить, они вроде как живут в Навадвипе, занимаются всякой ерундой. Ну, еще красная одежда, но шафа, ну, в Индии это такие цвета не конкретные, лал-капур там красный, значит, просто такая, ну, оранжевая, туда же шафрановая входит и все эти оттенки, просто называется как красный. Ну вот. И вот этот пример. Я хочу много вещей сказать, но времени на все не хватит. И вот эта шлока, в ней говорится, что вайшнава никогда не может носить красную одежду. Рактавастра. И вот сахаджи могут этим взять эту шлоку и напасть на Гаудия Мату. Вот у вас написано, что красную одежду нельзя носить, а вы тут шафран носите. И вот. И вот такие майвади хотят линейкой измерить гуру вайшнавов со своим материализмом, хотят найти подход к духовному. И вот я могу ответить им. Бабаджи с Радхакунды. И вот он же. Махараш, ну что-то они там говорили о нашей гуру парампаре. Ну, что-то неправильно Махараш написал книгу с достойным ответом, но они так и ничего не ответили. Но с кем же можно говорить на эти темы? Большинство людей, они думают, находятся в каких-то мечтах и аллегориях. И вот Вамана Махарадж попросил благословения у всех, чтобы должным образом объяснить эти моменты. И вот написал великолепное пояснение, и также Кришнадас Кавираж Госвами, когда он написал Чайтанья Чаритамриту, он в каждой главе и вот он говорил, я слуга Вриндавана Стакура Махаша, и мне нечего написать. И с таким смирением он писал Чайтанья Чаритамриту. И Харикатха, несомненно, сможет явиться в сердце того, кто по-настоящему смирен. Иначе он будет говорить какие-то материальные лекции. И вот Вишванат Чакравати, Баладева Видья Бушан, Бхактина такого. После них как мы можем выражать какую-то гордость? Как в Пурушоттам Даме Валабхачарья, он хотел написать новые комментарии на Бхагаватам, поскольку ему не нравился комментарий Шридас Госвамипада. И Махапрабху очень разгневался, что ты несешь. Тот, кто не слушает
Шрида Свамипада. Махарадж привел пример, что тот, кто не следует нашей Гуру-варге, он подобен тому, как женщине, которая не следует мужу, не слушает мужа. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур просил всех ачарий утверждать абсолютную истину, несмотря на все проблемы. Это единственная обязанность ачарьи, это защищать сиддханту. Если какие-то проблемы случаются в той из-за неправильной проповеди, то все же ради Гуранги мы должны. Мы должны всегда защищать нашу сиддханту. Один ачарья Махарадж куда-то ходил на какое-то собрание, вот смотрел там этот ученик какого-то ачарья пришел. Ну. В общем, какой-то это новый человек. Вчера буквально саньясу принял какой-то падший человек, занимался ерунду всю жизнь. Сейчас занимается вот этот ачарья, назвал его сокровищем дамы и титул Госвами дал. Ну, то есть мораль в том, что люди дают титул Госвами совершенно каким-то недостойным личностям. Хотя, если посмотреть Госвами, можно там по пальцам одной руки пересчитать среди всех. Is going to distribute Gita of not Gaudiya mind. I know he's a cheater, but another acharya, he's speaking all the time. Oh, he's a decoration of Dham. Yes, he is a decoration of Dham, and you are also a decoration of Dham. Ну и еще это тут ачарья распространял Бхагавад-гиту, не Гаудиматха версию. Ну, если посмотреть в каждой версии Гиты, каждой организации, там комментируется там совершенно по-разному и часто в противоположном ключе. Поэтому странности в этом. Is the oldest sinful activity. But still, if they are going to make suicide, still okay. Because they are going to make suicide with the whole world. That is painful. They are going to commit suicide with the whole world. Those who are the followers of suicide. I am not giving any false philosophy from Shastra. I can show it. Anyway, today, и вот сегодня день явления Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати. Бхакти Сиддханта Сарасвати и вот заключение Бхакти может прийти только от Сарасвати. Он Сарасвати, да. Мы слышали то, что 15 дней назад было Сарасвати Пуджа во всем мире, отмечали. И вот и сегодня тоже Сарасвати Пуджа, и как это я сейчас объясню. Сегодня Сарасвати Пуджа, хотя была еще Сарасвати Пуджа 15 дней назад, на Шукла Панчами Сарасвати. Панчами — это пятый день лунного календаря. It's called 50 day. It's Pancha.
So it's a general rule. By the help of Panchami, by the help of Panchami, usually Saraswati comes. И вот Сарасвати на Панчами обычно является, я говорю о материальной Сарасвати. Я не говорю о Вишну-Придеве, которая Апракрита Сарасвати, поскольку никто не знает Апракрита Сарасвати, кто поклоняется Вишну-Придеве. Каждый. Ну вот в Индии мы можем видеть, тут какой-то праздник устраивают. Ну, Сарасвати как бы день знания, но отмечают они этот праздник очень невежественно. Вроде бы они Сарасвати поклоняются, но ради чего? Они как бы ей поклоняются, но все же погружаются в невежество в процессе. Поскольку это Сарасвати может сделать нас ослом. И вот можем ли мы поклоняться этой Сарасвати? Нет. Мы можем поклоняться Вишну-Придеве. Она трансцендентная Апракрита Сарасвати. Это Душта Сарасвати. И вот они поклоняются материальной Сарасвати. Но эта Сарасвати приходит к нам, она абсолютная Сарасвати. Бхакти-сиддханта Сарасвати. И почему она приходит в период темной луны? Хотя это Сарасвати является в новолуние. Нет. Как это все понять? Что такое полное? Кришна Пакха и Шукла Пакха. Кришна Пакша. И вот период темной луны, новолуние, это Шукла. Почему Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад явился в этого новолуние, когда луна темная, Кришна, кто такой Кришна? Мы противоположное слову Кришна на санскрите, это Акришна. И вот как это все понять? Кто что мы зовем Кришной, если противоположное слово Акришна? Кришна варнам тиша кришнам санга банга асту парсадам. Ридия, you cannot remember even one Sri Vishnu. You have to speak Hari Kathana. Or after my death, all everything can finish. No, I cannot allow. A lamp can glow still. So, full moon pure. И вот период новолуния, он. Период полнолуния неблагоприятен для Кришна-лилы. Почему? Потому что все видно. А период новолуния более практичен. Радхарани может под тень надеть такой темно-синий сари и незаметно пойти к Кришне, поскольку везде, ну, когда это... Это Амавасия, когда луны нету на небе, или она очень мала, то темно. И поэтому эта темнота помогает этой Кришна-лиле. И вот поэтому для Кришны Радхарани вот этот темный период лучше для них, чем новолуние, чем полнолуние. И поэтому Шрила Прабхупад явился в этот период. Период новолуния.
И вот Падмапуране сказаны такие слова из Пурушоттам Кшетра Уткал. Шрила Бхакти Сиддханта распространится. И вот Шрила Прабхупад явился там. И вот великая личность. Сам Джаганнат хотел провести Абхишек Шрила Прабхупаде. Он предложил лотосную гирлянду ему, когда он был ребенком, чтобы проповедовать Бхагавад-дхарму. Сам Джаганнат сделал это. Он предложил гирлянду ему. Бхагавати-ма, когда подошла к этой колеснице, чтобы прикоснуться к ней, чтобы ребенок прикоснулся к этой колеснице, то как только они подошли, на них упала гирлянда. И после этого в итоге мы обнаружили его имя Бхакти Сиддханта Сарасвати. Пытайтесь понять. Он родился там, где Шри Чайтани Махапрабху ушел. Там, где Махапрабху явил лилу разлуки. Там, где ушел Махапрабху, после того, как он явил Рагануга Бхакти, Гопи Бхаву, Манджари Бхаву, Рада Бхаву. И вот Шуда Бхакти Сиддханта, она проросла там, на этой Випаламбакшетре, там, где ушел Махапрабху и явился Шрила Прабхупад. Потом то место, откуда ушел Махапрабху из Майяпура, Шрила Прабхупад пришел сюда, чтобы проповедовать здесь, отсюда. Отсюда Махапрабху пришел после принятия саньяса, а Шрила Прабхупад, наоборот, пришел сюда после принял саньясу здесь и начал проповедовать отсюда. И вот этот вечный спутник Гуранги Махапрабху, он пришел сюда, чтобы начать проповедь с Навадвипа-дхамы. Посмотрите, насколько все великолепно. Мы не можем даже представить. К сожалению, если посмотреть на большинство ачарий, можно заметить, что они материалистичны. И даже под видом праздника в честь Шрилы Прабхупады происходит какая-то драма. И духовного там незаметно. They can also jump into a ditch, you know, Prabhupada speaking.
A blind guru, guiding blind, shishya is also blind. Both of them, all they're going to. И вот слепой гуру, куда приведет своих учеников, просто упадут куда-то. И такова реальность. Если у вас есть сила, вы можете признать, что да, действительно так. И вот Чила Прабхупад начал Гуравани Прачар отсюда, с Навадвипдхамы. Шатакути, он начал здесь Шатакути, в общем, Чила Бхакти, он так дал ему свою собственную джапамалу, и Чила Прабхупад начал здесь воспевание миллиарда святых имен. И когда он закончил воспевать миллиард святых имен, то Гурварга явилась ему и сказали, что он должен проповедовать. И он удивился, как я могу проповедовать. И Гурварга сказала, не волнуйся, мы пошлем тебе наших спутников, пошлем все, что нужно. И Шрила Прабхупад признал, что вся наша Гурварга, подлинная Гурварга, они все спутники, вечные спутники Гуранги Махапрабху. То есть здесь ясно говорится, что все спутники, настоящие спутники Шрилы Прабхупады, они посланники нашей Гурварги. Если кто-то говорит неуважительно о них, что они не образованы с низкой семьи или еще плохо, что лучше, если такие люди молчали бы, то выглядели бы гораздо лучше. И вот я могу рассказать историю. Слышали ли вы имя Калидаса? Он известный писатель, Кави Калидас. В материальном мире, в бенгальском, очень известен. Никто не мог сравниться с его книгами. Кто он был раньше, мало кто знает. Он был необразован, глуп. И вот вообще был один царь, достаточно знаменитый, его дочь. Она была очень образована, умна. И вот завтра Махарадж еще пример приведет. Махарадж расскажет. Какую-то историю про царя, у которого жена была очень образованная. В общем, так случилось, что царица сказала на санскрите, чтобы он не давал ей воды, но этот царь санскрит то ли плохо знал, то ли вообще не знал. Ее. Ну, в общем, там игра слов такая получилась, что он обиделся. И вот дочь вот другого царя была очень образована, была пандитом, никто не мог превзойти ее в пандитья.
И вот царь провозгласил, что тот, кто может победить мою дочь, она женится на нем, замуж выйдет за него. И вот пришло много таких жадных бандитов, но все они были побеждены его дочерью. То, что они были побеждены, это мало сказано. Она их разгромила в пух и прах. И поэтому все разозлились, что их тут опозорили на весь мир. И все эти бандиты решили, в общем, они собрались в какую-то группу и думали, как отомстить, как же ее победить. И вот они шли по дороге и думали, и внезапно увидели чудо. Человек сидел на дереве и рубил ветку дерева. Причем он сидел вот так вот. Ну, в общем, рубил дерево так, что... Ну что, когда он дорубит дерево, он упадет вместе с этим деревом. И те бандиты очень обрадовались, сказали, иди сюда. Что случилось? Мы женим тебя на дочери царя. Пойдем. Мы обещаем тебе. Вот, но ты глупец. Сказал, никто не может. А эти бандиты подумали, что нет такого более глупого человека, который сидел бы на дереве и рубил, на ветке дерева и рубил бы эту ветку со стороны дерева. А, ну, этот человек не мой был, и вообще эти бандиты взяли его и сказали, что великий бандит совершает аскезы, вот не говорит даже ничего. И если ваша дочь выйдет за него замуж, то это великая удача. И как же с ним спорить? Ну вот, и говорить не умеет, может там знаками показывать. И вот, в общем, начали спорить. И вот первый вопрос был. Дочь царя сказала, ну, один палец показал, это дурак показал. Два пальца, никто не понял, что он сказал. Но это дочь подумала, что он очень умен, она хотела сказать его два гена, тот ответ, тот единственный в разнообразии. А в итоге этот человек достаточно симпатичен был, несмотря на то, что дурак. В общем, как-то он, как-то победил, и решили их поженить. В общем, надо было ехать на свадьбу под с этой.
Ну, в общем, надо было там ехать под москитной сеткой. Этот дурак не знал, как туда залезть под эту москитную сетку. В итоге не нашел ничего лучше, как прыгнуть сверху. Ну, и прыгнул сверху на эту сетку и на эту дочку царя упал. Она, в общем, разгневалась и выгнали его. И вот, в общем, этот дурак не знал, что делать, и решил покончить жизнь самоубийством, пошел топиться в реке ночью. И тут Сарасвати благословила его, пожалела и благословила. Может, что-то в прошлой жизни сделал хорошее, но так или иначе получил милость Сарасвати. Она сказала: «Зачем ты собираешься помирать?» И вот потом кто-то пошел на какую-то горную реку и заметил, что вода течет с гор, это водопад, эта вода стекает на камень, и камень лежат там сотни лет. Он... И потоком воды в этом камне какую-то выемку вымыло. И вот он подумал, если даже такой твердый камень, находясь под действием мягкой воды, смог так измениться, то и я, повторяя мантру, тоже могу стать таким совершенным, как этот камень. И вот он сел и начал повторять мантру. Ну и повторял до тех пор, пока не стал великим пандитом. И вот и мантру Кали повторял. И вот, ну, в общем, так прославился, на весь, ну, стал великим пандитом. Дашрата Махараджа из книги Калидаса. Читать ее некогда, но в детстве там что-то читали. И вот, в общем, этот Калидас так из дурака стал великим пандитом. И в итоге... Но потом даже дочь царя не могла победить его, и поэтому женилась, вышла замуж за него. И мы с Сарасвати Гауди Сампрадая, мы, может быть, глупы, что пилим ветку, на которой сидим. Но Шрила Бхакти Матаку сказал, что путь не может быть никакого нового пути. Путь он един, чтобы утвердить нашу особенность. Шрила Бхакти Матаку говорит, и вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, собирать лапу пуджу и пратишту, если кто-то ради лапхи пуджи и пратишту открывает какой-то новый путь баджана, то этот человек, который начал этим заниматься, его последователи, они буквально попадают в ад. Я говорил раньше, признак чистого преданного в том, в его верности сампрадая, верности гуру и ачарья ништи. Если этого нет, то нельзя сказать, что это человек настоящий преданный. Даже если весь мир следует ему, уважает его, то толку от этого нет. В шастрах об этом не говорится. Даже Махапрабху, смотрите, после принятия, тот момент такой, после принятия саньяса, он не говорил с Матаджи. Или говорил с таким отношением, что не его матери. That is not Sri Sangha.
But you cannot sow even one single instant. И вот, ну, в индийской традиции нельзя заметить, чтобы какая-то матаджи предлагала гирлянду саньяси. Вот. Мы, конечно, любим и уважаем матаджи, но есть этот этикет, который, ну, по которому ты отречен, люди, находящиеся в отреченном укладе жизни, не должны никак соприкасаться с гирляндой. Поскольку в индийской традиции, если матаджи предлагает гирлянду мужчине, она предлагает ее обычно только своему мужу или тому, на котором, за которого собирается выходить замуж. Поэтому если они предлагают гирлянды каким-то саньяси или другим находящимся в отреченном укладе жизни, это выглядит странно. Ну и под видом ведической культуры можно заметить, каждый толкает свою философию, как Шанкарачарья. Он, прикрываясь ведами, обманывал людей. Но, к сожалению, в наше время люди даже не могут признать, что они одурачены. Ну, в общем, смысл в том, что многие под видом ведической культуры или Гаудия Баджана несут какую-то свою философию, которая не имеет никакой связи ни с ведизмом, ни с Гаудия Вайшнавизмом. Проповедь, если мы хотим кому-то проповедовать, вначале мы должны проповедовать сами себе. Если мы не проповедуем сами себе, то как мы можем проповедовать другим? Ну, смысл в том, что мы должны сами следовать тому, что говорим. Чанака, он разрушил всю Нандавамшу, всю династию. Мы должны помнить об этом примере, мы не должны позволять какой-то ложной проповеди. И вот Шрила Прабхупад говорит, just now I was speaking about what I am speaking. You cannot remember. Always you forget. This can anyway. Вот, so preaching can be done only when sufficient preaching is done. Preaching means again I am explaining. Что такое проповедь? Continuously, same thing. Preaching means
Проповедовать может только тот, кто получил настоящую милость Гурварги. И она, когда у нас этой милости в избытке, мы можем ее распространять среди такой невинной публики. И когда этот избыток милости у нас есть, то тогда мы можем распространять другим эту милость, приходит в форме харикатхи. Проповедь не значит, то есть пропаганда и проповедь — это разные вещи. Можно видеть, что некоторые под видом проповеди занимаются пропагандой. Я знаю, большинство людей не примут меня, но я обещаю вам, сегодня или завтра, или после, через 20 лет, я надеюсь, что в будущем они примут. Никогда не иду ни на какие компромиссы с предателями, которые носят форму ачари, саньяси и всех остальных. Я никогда не иду ни на какие компромиссы с ними. Можно посмотреть, что будет в будущем. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, если кто-то открывает какой-то новый путь, это неправильно, мы должны следовать пути Махаджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто заинтересованы в лабхе, пуджи, пратиште, какие-то демоны, они вынуждены открывать какие-то новые пути. Но мы должны понять, что нет пути, кроме того, что указано нам Махаджанами. Может, представление этого пути Шрилы Шридхар Махараджа немного отличается от того, как представил это Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Или мое представление может немножко отличаться, или кто-то может говорить, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был очень смирен, а я не столь смирен. И вот люди часто удивляются, что смирение. Но опять же, если кто-то громко заявляет об абсолютной истине, это тоже смирение. Просто другая форма, другое представление этого смирения. Это тоже тринадапи, но в другой форме. И вот мы должны делиться этой харикатхой с другими людьми. Это наше служение, поскольку... И вот это служение Шрилы Прабхупаде. И это служение. И тогда они могут быть спасены. И вот Шрила Прабхупада говорит, новое подкрывать, новый путь нельзя, путь он один и един. Это путь, указанный Махаджанами, мы должны следовать этому пути. And those followers, they can go to hell for infinity to go. Come on, man, it is not the question of fighting. I can embrace you, come and confess. I have that much spirit. I cannot say you are from this society, you are child, you cannot see. You come to me, I can embrace you and kiss you. Provided you confess, then Maharaj speaking, right?
И вот здесь перед нами стоит вопрос выживания нашего подлинного «Я». У нас должна быть основа. То есть у нас должна быть основа нашего баджана, и Махарадж приводит пример, что иногда вот можно видеть из-за бучьи пески, вроде песок, вроде земля там, но если наступить, можно провалиться туда. Такое подобно ложной философии. Мы думаем, что мы можем стоять на этом зыбучем песке, но он засосет нас. И мы должны быть очень осторожны. Я никогда не хотел быть гуру, поскольку я хотел быть настоящим гуру. И такого сиддханта Шрилы Прабхупады. И вот мы должны привести все в гармонию, если у нас есть какой-то непонимание между в отношении сиддханта, вы должны прийти и прояснить все непонятные моменты. Я приглашаю весь мир, чтобы они пришли и задали мне вопросы, любые вопросы, тысячи вопросов, я отвечу на них. Махарадж был однажды на собрании в Панджабе, это был один Махарадж, который давал титул Госвами всем подряд, и я возмутился, зачем давать титул Госвами совершенно левым людям, если Госвами там... И вот я смотрел, наблюдал, и вот этот человек давал титулу Госвами, в общем, они титулы Госвами друг другу раздавали. Ну, один Махарадж назвал другого Госвами, другой этого назвал Госвами. И вот Махарадж, когда я пришел очень говорить Харикатху, я открыто сказал, что вот так происходит, что в наше время титул Госвами дают друг другу, они смотрят на заслуги этих людей. И вот этот человек разгневался. Я потом пришел к нему в комнату, извинился, сказал, что зачем этого человека назвали Госвами, хотя он явно не соответствует этому званию. Я не хочу быть гуру, я просто хочу говорить об абсолютной истине. И вот этот человек до сих пор хочет получить титул Госвами, много обусловленных душ хотят или получают этот титул за, ну, за какую-то взятку или еще какие-то заслуги, не имеющие отношения к этому титулу. You stay with me one day and prove that you are Goswami.
Но если посмотреть на таких людей, то их жизнь далека от Госвами, очень далека. И ни одно их действие не может подтвердить, что они Госвами. В общем, на том собрании Махараджи заранее не говорили, какая тема будет, это Махараджи узнавал только там за минуту до выступления, но все же по милости Шрила Прабхупады мог говорить идеально на удоте, на любую тему. И вот так и иначе на сегодня конец. Вот, просад будет вечером в этом. If somebody don't allow, yes, they allow. Many devotees. Yes, where are you going? You're going to Sambhava. Don't go there. He's speaking. Speaking. He's... Вот некоторые люди запрещают ходить к Сямбабе. Если кто-то хочет приходить, пускай приходит. Jai Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Gopal Paramahansa Jagat Guru Gaur Vimana.